Всем привет, дорогие друзья, с вами Кот, и мы с тобой продолжаем играть в игру Friday Night Funkin'. Погнали дальше, значит, сегодня у нас будет мод под названием Трики. Значит, это какой-то клоун, так, и нам нужно его сейчас найти. Я думаю, тут... Да, вот, клоун Трики, офигеть, ты посмотри, что с ним происходит, он трясется. Так, окей, давай попробуем. Значит, цирковой клоун Трики, окей. Что у нас здесь будет? Окей, мы куда-то попадаем. Какой-то знак. То, что опасно, и появляется какой-то клоун из-под земли. Чё? Офигеть, как он трясется. А, что? Что? Подожди, стой. Чё за хрень? К этому я не был готов. Почему такая высокая скорость? И почему он так неприятно поет? Охренеть, он с маской. Так это не клоун, это какой-то прям убийца, я не знаю. Ну, кто маску носит? Ну, Джейсон Вурхис, наверное. Хоккейную вот эту, как его, пятница 13-е. Офигеть! Ни хрена скорость. Офигеть, ну реально, скорость-то тут жесткая. То есть вы хотите сказать, что он хардовее, чем... Он, походу, хардовее, чем этот Уитти. Уитти так не начинал. Офигеть. Ладно, я надеюсь, мы пройдем первую хоть песенку. Очень сложно. А очень сложно, реально. Да блин, ты что делаешь? В смысле? В смысле он меня вынес? Я же вроде как старался. Мы готовы взять матч реванш, грёбаный клоун. Это только режим изи. Что ты кряхтишь в свой микрофон, сволочи? Давай, сейчас я сейчас тебя попробую нагнуть. Так, давай. Ну, он жестко, конечно. У него голос реально очень неприятный. Какой-то хрипящий, блин, старикан. Дует в микрофон. Да блин, ты чего? Так, пока справляемся. Аккуратность 50 на 50. Такую музыку невозможно запомнить. Реально, это просто какой-то набор звуков. Уитти хоть запоминалось. А у этого клоуна ни хрена ничего не запоминается. То есть, хрипун, пердун. Еще и высокая скорость на этой хренотени. И все, короче, вонючка. Трясущийся гад какой-то. Я не знаю, почему его зовут клоуном. Ну, может, из-за его причесона, а так-то... Это какой-то зомби, я не знаю, с маской. Так. Ну что это за скорость? Вот скажи мне, вот это только первая песня и вот такая уже жопа. Так. Ладно. Давай. Пока у нас идет, все хорошо. Так. То есть тут, походу, мод реально создали настолько сложный, чтобы прям вот реально вот игрока бесить. То есть вот это нас, к примеру, либо кого-нибудь другого. Потому что реально сложно. Ну, то есть я тебе хочу сказать, лучше не брать этот мод, если вот... Ты не особо вот в этой игре профи. Как бы я себя профи-то не назову. Как бы для меня это вообще великая скорость, вот эта вот идущая сейчас. Так.
Как бы я в таких играх вообще не спец. Да блин, и вот как это проходить? Как это проходить, вопрос? И вообще, главный герой, то есть, бойфренд и этот, girlfriend, как вы вообще сюда попали, в это место непонятное с клоуном? Никакой ни предыстории, ничего, ни диалогов. Ну ладно. Хотя бы, конечно, вот диалоги бы клоуну не помешали, в принципе. Не знаю, мне кажется, что он поет разные песни. Вот почему-то. Вот с каждым раундом первым, мне кажется, что это разные песни. Гребаный набор звуков. Так. Хорошо. Но этот клоун реально неприятный. Вот выйти реально намного приятнее. Хоть он тоже вроде как злодей, хотя я не скажу на него, что он злодей. Но этот клоун реально неприятный. И самое что интересное, у этого клоуна очень смешное появление. Вот это. Со знаком. Вот сейчас этот знак появится. Вот, видишь, вы могли бы другое появление сделать. Почему именно такое смешное? Какой-то знак осторожности опасно. Ну, не знаю. Этот клоун реально сложен. То есть, тут прям специально. Тут, то есть, я тебе говорю, вот. Сейчас мы попробуем кое-что сделать. Ну, сейчас вот последнюю песенку с ним отыграем, как бы. Да, просто тупо набор звуков. Ну, окей, если пройдем первую песню, то уж продолжим дальше. Так. Так. Все, короче, это невозможно. Ну, не знаю, давай попробуем, короче, этого клоуна на харде посмотреть, что вообще там будет. Сейчас попробуем. Посмотрите, режим хард. Какая тут будет скорость? Мне просто даже интересно. Так. Окей. Охренеть. Что это тут за дикая скорость началась? Ты посмотри, как все пульсирует тут. Ну вот эта полоса и там вот эти головы этого клоуна. Что? Офигеть! Офигеть, это невозможно! Да ты что? Понятно. Вот, ребят, вот такой сегодня мод. Довольно-таки очень интересный и прикольный, и немножко неприятный в плане песен и самого клоуна. Мне образ его немножко не нравится в основном. Ну и как бы песни не запоминаются в основном, не захватило, так сказать. Как-то так. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.